Крипер, зомби! Ой, умрите, умрите! Фу-фу-фу-фу-фу. О, кстати, всем привет, друзья! С вами опять я, Грифер, и я, короче, тут за это время, пока я не снимал видео, я тут, смотрите, как прокачался. Я, короче, накрафтил себе таких вот золотых яблок и набрал, смотрите, сколько алмазов. Так, давайте переключимся и выкинем всякий мусор. Он мне вообще не нужны, всякие мусоры, короче. И давайте уже выйдем из этой пещерки и посмотрим, что там в городе творится. О, кстати, а где моя кирка? Что-то не понял, где моя кирка. Ай, ладно. Я, короче, руками добывал алмазы, потому что я профессионал. У меня даже руками не добываются. Видали, какой я крутой, да? Так, где там выход из пещеры? Я тут факелами все пометил. А так у меня ночное зрение. Видите, какое крутое. И я с ночным зрением хожу. Еще я нашел такую вот крутую штуку, как Aqueous Sword. Для тех, кто не в курсе, это очень сильный меч, который, короче, ну, очень сильный. Так, ой-ой-ой, зомби, плохой зомби, умри, зомби. Еще я нашел крутую броню, которая очень крутая. И, короче, ну и вот. И, короче, ну, придется мне тратить... Так, выкинем эту гнилую плоть ненужную. Вот, песок потратим. О, нет, придется тратить алмазные блоки. Ну ладно, их у меня много, ничего страшного. Короче, так, золотое яблоко. Это что такое? Это что такое? Смотрите, тут появился верхний мир какой-то. И вообще тут как-то изменилось все. Это очень круто. Так. И, короче, смотрите. Я еще элитру скрафтил себе. Точнее, нашел. И это очень круто и довольный. Смотрите. Ух ты, какая горка. Это, походу, очень огромная шахта. Смотрите-ка. Ну-ка. О нет, там яма, я сейчас упаду и умру, фух, я выжил, фух, хорошо. Смотрите, тут какая-то мусорная руда и алмазы, ну, алмазы мне не нужны, смотрите, у меня много алмазов, давайте тут все закроем алмазами, потому что алмазы, это вообще, мне уже не нужны алмазы, у меня очень много алмазов, мне их даже не жалко теперь, эти алмазы, вот так, ну и, короче, давайте же все-таки добьем это охолмище. Точнее, я его уже добил. Там, оказывается, ничего интересного нету. Просто там вверху... Ну, короче, сейчас покажу вам, что в этом охолмище ничего интересного нет. Походу, этот админ меня затроллил. О, нет, пожалуйста, не надо. Я поставил лишние 2 алмазных блока. О, нет, что наделал? Ну, ладно, ничего страшного. Я их потом еще найду, потому что я же профессионал. Так, давайте съедим яблочко, чтобы у нас все срегенерировалось. И пойдем исследуем вон тот верхний мир. Но для начала нам надо убить вон тех моберов странных. Пошел вон, Крипер. И тебя касается. Ты чё меня бьёшь? Отстаньте от меня, у меня есть Aqueous Sword. Теперь вы мне ничего не сделаете. Глупые мобы, получай. Все, вам всем конец, понятно? Так, о нет, ночное зрение кончается. Умрите. Сколько вас тут вообще, мобы? Умри, ты тоже, все. Так, съедим яблочко и выпьем зелье ночного зрения. Вот так вот, все, теперь хорошо. Так, смотрите-ка, там что такое? Это странная какая-то. Ой, это нубская ловушка, да я с ней легко выберусь. Ой, эй, это что такое? Нет, пожалуйста, не надо, я не хочу умирать. Пожалуйста, не надо меня убивать. Ай-яй-яй, меня сейчас убьют. Нет, давай. Фух, получится у меня все. Нет, не надо. Нет. Очень жаль, ребята, меня убили. Прикиньте, какая-то нубская ловушка меня убила. Мне вообще как-то стыдно самому стало. Я же профессионал, а меня убила какая-то нубская ловушка. Это вообще что за дела? Ой, лодка, отпусти меня, лодка, не надо, пожалуйста. Отпусти меня, я дам тебе что угодно. Что угодно, да, подпусти. А, да, все, вспомнил, как вылезать с этой дурацкой лодки. Все, пошла вон, лодка. Я тебя больше не люблю. И, кстати, у меня лук есть какой-то покоцанный. Я забыл взять с собой лук. Какой же он у вас? И, ох, тут вроде задеспавнились все эти гады. О, нет, как же... А, вот, все, вроде дотягиваюсь. И, ну, как я телепортирую сюда? У меня же нет стрел. Ха-ха-ха, я, короче, читер, вы же знаете об этом, да? Давайте выдадим себе какой-то нубский лук. Конечно, я люблю зачарованный лук. Но ладно, пойдет. Все-таки можно с этим смириться. Так, выкинем всякие ненужные предметы. Хотя ненужные, но просто я не Плюшкин.
Я глупый нуб, и я не Плюшкин. Так, что я говорю вообще? Я же самый лучший профессионал. Так, вроде сюда надо было стрельнуть, да? Так, да, угадал, правильно, так. Сюда идем теперь. И вот, нет, не то, не то. Какая-то золотая нубская комната. Тут вон та алмазная мне понравилась больше всего. А вот эта вот золотая нубская комната ужасная. Так, стреляем сюда вроде как. Ой, кто тут землей закрыл? Это же некрасиво. Давайте поможем им закрыть алмазными блоками все это дело. Вот так, для красоты. Ну и все, идем. Так. Что тут, вагонетки? Нет, мы не будем кататься на вагонетках, потому что там вот эта вот рельса плохая. Меня убило, когда я катался на вагонетках. Так, ну ничего страшного, мы теперь умнее стали. Так, нет, нет, как сломать алмазный блок? Нет, давайте-ка, я так не играю, выдадим себе какую-нибудь алмазную кирочку. А то я вообще забыл кирочку взять, что-то там руками ломал все алмазы и забыл взять кирочку. Так, давайте уберем пока алмазные блоки, а то они отвлекают меня сильно. И будем ломать уже этот алмазный блок и сядем в эту лодку странную. Эй, а как в нее сесть? Я фейерверки все потратил. Это что за дела, ребята? Как сесть в эту лодку странную? А, это же, похоже, приват кто-то обходил. Ну-ка, проверим. Это что такое? Это что такое, ребят? Смотрите, на нас движется какой-то цунами. О, нет, мы же умрем, умрем. О, нет, нет, я душусь. Фух, фух, я обошел приват, видите? Как я крылосно обошел этот приват странный. И, короче, давайте посмотрим на этот цунами. Мне очень любопытно, откуда оно тут появилось. Давайте-ка... Так, а где цунами? Это что было? Ну ладно, ничего страшного. О, нет, какой же Мазила? Нет, где фейерверки? Нет! Фух, я успел вовремя, иначе бы я так и остался. Стоп, почему я говорю нубским голосом? Я же профессионал. Ай-яй-яй-яй-яй, почему я так нублю сильно? Нет, 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 нет. Фух, мягко приземлился вроде бы. Ну и ладно, давайте же проверим, что там интересного есть в этом странном холмище. И, ну, это можно пропустить. Так, почти последний блок. Нет! Фух, я выжил. Повезло. Как говорят профессионалам, везет. Ну ладно, придется заново это все залезать. Короче, давайте, у меня есть идея одна. Мы по фейерверкам заберемся. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Давайте, давайте. О, нет, нет. Почему? Тут так неудобно. Не люблю неудобные паркуры. О, у меня есть идея. Давайте-ка мы вот так заберемся здесь. Вон прям, прям туда. Как же я сразу не догадался. Это что было? Это что за шалкер? И что, я сюда пришел только ради шалкера? Идол Ахал? Это что за ерунда, ребята? Какой-то идол Ахал. Что за ерунда? Получай. Идолохал. Все, я тебя убил. Понял, идолохал? Теперь у нас нет никаких идолов. Вот обидно, ребята, да, я столько трудился, и ради чего? Ради просто какого-то идола Ахала. Это что такое? Это же корабли края. Они что, дерутся друг с другом, да? Как я понял. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, смотрите-ка. Тут его разбомбили. Видимо, один снаряд попал правильно. И его сломали тут. Так, это что такое? А, все понял. Это какая-то TNT-пушка. Видели? Вон там. Ее вообще как-то покромсали сильно. Ну ладно, давайте посмотрим. Где-нибудь там что еще есть? Тут какие-то командные блоки стоят. Так. О-о-о! Это же фаербол. Так, фаербол. Ой, нет, я падаю, нет. Нет, нет, нет. Фух, вроде не падаю уже. Ну ладно, друзья, давайте пока немножечко тут проверим. Вроде новых ловушек не оказалось. Конечно же, жалко, что я ради какого-то шалкера Ахала так много трудился, столько всяких ловушек преодолел. Так, лаги, нет. Это что за странная вещь? О, постойте, я, похоже, знаю. Это такая вот дорожка, по которой надо вот так вот идти. Смотрите, круто придумали, да? Ну ладно, пока новых ловушек я не вижу. А хотя, это что такое? Это что? Нет, лабиринт, не лабиринт. Тут недостроенный лабиринт какой-то. Ну ладно, на этом мы можем заканчивать, друзья. К сожалению, ничего интересного не нашлось на этой карте больше. Но зато теперь я понял, что на холмище ничего интересного нет. Там какой-то идол Ахал, которого я убил. Похвалите меня, за это я достоин лайка. Я убил Ахала. Теперь мы не поклоняемся каким идолам. Ха-ха-ха. Ну все, надеюсь, вам понравился мой третий выпуск. И мои алмазы все эти, потому что
Я, короче, их очень долго добывал. Ну и мы можем на этом про... А где мои алмазы? О, нет, я не нуб, не смотрите на мое лицо, я не нуб, нет.